Up to do but to doom Джабари би-би-бом. Настала ночь. Доброго здоровья. Вот это видео, которое пойдет следующим, я записал, а потом провел стрим, так сказать, трансляцию. Ну и подумал на этом успокоиться. Хотя и в этом видосе, на мой взгляд, много интересного рассказал. Рассказал много интересного, но не все. Не все. Вы знаете, чтобы что-то кому-то советовать, знаете, вот как вино, оно должно устояться, настояться, войти в свою силу и так далее. Только человек, который уже практически прожил свою жизнь, а это я, может, я еще там проживу, с высоты, так сказать, своих лет, уже может что-то сказать. Все довольно-таки неопределенно, там, непонятно и так далее, и так далее. Ну вот, сложить свою жизнь, помните, я вам как-то рассказывал, жизнь как песня, как ты ее сложишь, какие слова найдешь, с какой интонацией ты произнесешь, и какой-то будет результат, какой-то будет итог в жизни, знаете. Вот самое плохо, когда человек поднимается в гору, все, как бы сказать, где-то получается, а потом такая бац, и с этой кручи ты куда-то упал, и вот в современном мире, вот эта современная молодежь, ну вот сколько там, допустим, 40-50 лет, они нахватались разного рода каких-то там вершков и так далее, пришли молодые, амбициозные, и все по-своему, вот, и все за деньги, и все мало денег, еще больше. При этом, естественно, ничего своего не придумали, опираются на опыт и знания из прошлого. Все это, грубо говоря, где-то выдается за свое и так далее. Вот, там действует, работает и так далее и подобное. Так вот, с вершины своей жизни хочу сказать, не так-то все просто. И оказывается, за все надо заплатить. И оказывается, самая большая и важная валюта — это наша собственная жизнь, наши собственные жизненные усилия, сколько мы в это влаживаем. И в зависимости от этого начинается какое-то получение. Если же, вот знаете, какая-то хитринка, то все, пятое, десятое, ну вот, в основном как-то это не держится. То есть вроде и пришло там богатство или еще, и потом такое хопачки, и ушло. И вот как раз я люблю индийскую вот эту древнюю философию, вот эти вот знания. А знаете, чем не древнее знания, тем они правдивее и применимы к нашей жизни. Чем они дальше туда уходят, вот это вот все эти знания там о человеке и прочее, тем они, знаете, все больше и больше теряют от своего первоисточника истину, правду и действенность. Если будете исследовать, то, возможно, вы до этого дойдете. Ничего тут особого нет, просто, как говорится, любым делом надо заниматься. Ну ладно. Так вот, как раз обращаясь к вот этим вот знаниям, как раз рассказ о Рамаяне. В Рамаяне, значит, был Хануман. Вот Хануман, и ему еще маленьким мальчиком, боги предоставили свои силы. И самое интересное, оказывается, бог кармы, который наблюдает за всеми, кто что там делает, и чтобы он получал по заслугам, он как раз, знаете, возмутился. Как так? Хануман ничего не сделал, такой маленький мальчик, а уже владеет такими огромными силами. Как бы его проверить, так ли это или не так. И вот наша жизнь, она не так проста. Можем судить о карме, можем не судить, можем судить о судьбе, можем не судить, о святых, о Боге, о ком угодно. Но
имеются определенные законы, которые расставляют все по своим местам. Ну и после такого введения теперь приступаем к тому, что я до этого наговорил. Ну что, приятного просмотра, обсуждения и так далее. Вебинары. Перейдемте в магазин. Пакет из 17 вебинаров. Цена была 54, стала 2800 в корзину. Тревога, стресс, атаки, страхи, проревность и зависть. Сепарация, дерзость быть собой, марафон о дружбе, скидка на марафон желаний, марафон отношений, марафон есть миллионы шансов, вебинар об астрологии, про сексуальные отношения, марафон предназначения, новогодний марафон «Всегда сочиняй мечты», «Стань и получишь», расширение финансового сознания, идеальная мама, счастливая мама, свидание с телом. Да, интересно, интересно все это там такое. Главное, магазин, да, теперь на главную. Школа успеха. Что здесь у нас? Курсы со скидкой, сепарация, атаки, страхи, так, практический коуч. Желание, личностный рост, астрология, финансы. Меня зовут Елена, а вот это что такое? Что это такое? 8 лет опыта в марафоне приняли участие уже сотни людей. А это что такое? Это что-то с деньгами связано. Уже имеете аккаунт, логин и все. И все, и вы пойдете туда-сюда. Это что такое? Ага, привет, помощь нужна. Знаете, все продумано. Все продумано. Каталог вебинаров и так далее. Так, да. 17 марафонов и вебинаров. Купить со скидкой. Курс упал. Или поднялся, или еще-то. Скидка 90% действует только сегодня. Вот только сегодня. Ух! Как классно! Ну ладно, посмотрим, кто такая Елена Блиновская. Значит, Елена Олеговна Блиновского, инстаграм-блогер. Вот в инстаграм я никак. Блогер-предпринимательница, телеведущая. Родилась 25 августа 81 года. 41 год. Ну, почитаем. Вот так-то. Вы смотрите, как это все развернулось. Биография Елены Блиновской от маленького блогера до обмана на миллиард и задержания. Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ну вот Елена Блиновская с супругом Алексеем. Фото. Блогер Елена Блиновская была задержана 27 апреля. А, это свежачок, буквально-таки вчера. Около границы с Белоруссией в районе Смоленска автор марафона желаний хотела покинуть Россию. Оказывается, рассказываем, кто такая Елена Блиновская, почему ее задержали и за что завели уголовное дело. Блогер Елена Блиновская задержана при попытке побега из России. 918 миллионов рублей сэкономила блогер Елена Блиновская благодаря незаконному дроблению бизнеса. Теперь женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Создательница марафона желаний задержали силовики при попытке пересечь границу. Вот оно, вот понимаете, марафон желаний. Вот, если вы создали марафон желаний, то все. Ну, свое желание, что ж вы, так сказать, не осуществили. Вот что-то, так сказать, в этом марафоне не это самое. Так, биография. Похоже на классическую историю успеха. Королева родилась в небольшом поселке Опарино Кировской области. Ее отец работал водителем, мать бухгалтером. Семья переехала в Ярославль, бывал я там. Государственный экономический факультет. После окончания вуза Елена, которая работала бухгалтером в качестве хобби,
Ага, в качестве хобби изучая психологию. Кажется, ничего необычного, но именно тут биография Елены Блиновской делается неожиданно разворот на 180 градусов. Ну, в качестве хобби, как бы тут сказать, ну, человек изучает, пускай интересуется, вообще-то это хорошее дело. Почитаем, что дальше. Бойкая девушка смогла привлечь внимание бизнесмена Алексея Блиновского. Ну, вот тут вот смогла привлечь внимание, а это уже как бы сказать, непросто привлечь внимание. Вот тут надо проявить какие-то личностные качества. После свадьбы в 2018 году семья переехала в Москву, а Лена начала вести свой блог. Ага, в 2018 году. Так началась карьера инфо-цыганки и королевы марафонов. Как появился марафон желаний Елены Блиновской? Блиновская активно изучала психологию, решила... Ага. Изучала психологию и решила, что своими знаниями нужно делиться с миром. А вот знаете, вот не столько как бы знаниями делиться, а своими достижениями. Вот я стараюсь с вами делиться уже не знаниями, а достижениями. То есть, что вы собой представляете. Ну, дальше. Так появился ее блог в социальных сетях. Как говорила сама Блиновская, цель была сделать людей счастливыми. Сделать людей счастливыми. Счастье – это такое, вообще-то, довольно-таки мимолетное состояние, когда вы довольны, можно сказать, всем. И не просто довольны, а очень довольны. Продлить его, продержать его, так сказать, вот быть в нем – это требует, ну, будем говорить, не просто больших знаний. Знаний-то куча. И эти знания надо, понимаете, вот постоянно ты их должен воплощать, чтобы это все было у тебя. И тут, как бы сказать, вот я говорю, воплощать знания и так далее, а тут вообще-то, совершенно иной механизм действует для того, чтобы ты ощущал себя счастливым. Ты должен, вот будем говорить, постоянно находиться в неком, как бы сказать, или подключенным к некому источнику. А для того, чтобы быть подключенным к некому источнику, жизнедателю, дателю счастья и прочих благ, ты должен мысленно, постоянно на нем сосредоточен. Вот тогда что-то будет получаться. Ну, а если периодически, то так, как говорится, счастье нахлынуло, счастье отхлынуло. Запустила марафон желаний. Очень интересное название. Вообще-то, знаете, как говорится, сказать, человек с выдумкой. И это похвально, не просто так. Так, блог стремительно обрастал подписчиками, которые активно несли деньги Елены. О, вот это вот другое дело. Ага, и ждали чуда в виде исполнения всех заветных желаний. Вот тут-то, понимаете? Вот тут-то мы с вами и заходим в некий тупичок. Активно несли деньги и ждали чуда. Ждали чуда в виде исполнения всех заветных желаний. Дать какие-то денежки за то, что, допустим, человек там вот может там рассказать, там то есть, ну вот я, например, вам очень много там рассказал всего. Из-за того, что вы просто прослушали, и ваши и заветные желания исполнятся, нет, это, знаете, будем говорить так прямо и откровенно, это работает не так. Это работает не так. Вот не так работает, особенно заветное желание. Так сказать, желание надо заслужить. Желание надо заработать. Вы вот желаете. Вот вы немножечко и так вот просто это как тему использую. Вот вы желаете. Нечто желаете. Значит, грубо говоря, у вас в уме должна выстроиться некая картина, последовательность действий, которая приведет к желаемому результату. Ну, возьмем меня, любимого. Вот для того, чтобы стать мастером спорта, я желал стать мастером спорта. У меня желание, очень было сильное желание, в юношеское желание, да. Ну и что, вот я отдам деньги, и я что, стану сильнее, и мне этот значок дадут, или я просто куплю этот значок? Его ж хочется не просто там как-то вот приобрести. Пошел там сейчас в это самое, лежат эти ряды, значками разными там торгуют. И вы увидели мастера спорта, хоп, там взяли все, мастер спорта и так далее.
Это же не то желание. Вы покажете. Вы же хотите, чтобы оно осуществилось по всем параметрам, будем говорить. Для этого какие-то шаги. Для этого даже требуется определенное время. Вы затрачиваете. Регулярно делая что-то. Ну, в смысле спорта. Вы, грубо говоря, в неделю делаете там столько-то тренировок. И это у вас продолжается. Если вы талантливы, очень талантливы, это может у вас занять год. Если это какой-то супер талант. Если вы такой середнячок, я примерно середнячком являюсь, я не хочу сказать, что я там очень какой-то талант. Вот где-то середнячок, ну так, знаете, немножко там это, увлеченный. У меня на это ушло, грубо говоря, где-то 5 лет. Хотя, когда я по-настоящему начал заниматься вот, в армию, я вошел в 73-м году, 73-й, 74-й полностью, и в 74-м я выполнил. Ну, начал заниматься с 70-м. То есть, грубо говоря, ну, где-то года 4, так, более-менее такой работы должны потратить, да? Ну, если вы вообще не талантливый, ну, может, лет 8-10, а может, и вообще не сделаете. Ну, это такое, то есть, чудо в виде исполнения. То есть, тут не деньги играют, тут играет ваша устремленность. И, как бы сказать, вот желание – это одно – а вот ожидание жизненного чуда, чтобы у вас, как бы сказать, вот одно дело, вот как ей там 41 год. 41 год, и так сказать, хорошее, ну, 41 год, ну, такая сумма, миллиард, да, как бы она воодушевляет, вообще-то воодушевляет, да. Но, понимаете, марафон желаний. Жизнь – это жизненный марафон. В нем бывают такие, как бы сказать, дистанции, но где вы плететесь, как черепаха, ничего не получается, ничего не это, а вы вкалываете, 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 ну ничего. А бывают отрезки, когда, значит, о, вы можете ничего даже не делать. У меня лично такой был в 2013 году, я просто вел программу, я не писал сценарий там. Я просто вот то, что это, я вел и все. Я ни к одной программе не готовился. Как тогда я особо не готовился, когда с 2006 года по 2010. Потому что я считал себя, ну как я говорю, светочем народной медицины и здорового образа жизни. И как светочу готовиться. То есть я врубался сразу в тему и так далее. То есть это тот багаж, который был приобретен мной, когда были написаны книги до этого 2006 года. Они в основном были написаны, грубо говоря, примерно там с 90-го года по 2000-й. Основная масса. Сейчас я могу, конечно, еще лучше писать, еще это. Но основное, грубо говоря, сделано. Сейчас можно так что-то там дошлифовать или более ясно преподнести, как я вам говорю. Вот, знаете, любое заболевание там, это значит, надо прийти к умственному спокойствию, потому что разбалансировано сознание, и к нормализации внутренней среды. Сознание и внутренняя среда, и плюс еще начать, естественно, в течение дня делать соответствующее количество там движений, того всего, чтобы нормально работал организм. И все эти болячки, да, очень важная вещь. И избавиться от паразитов. Хотя бы, знаете, вот в основном от них избавиться. И здоровье практически с любого уровня приходит в норму. Вы начинаете им наслаждаться. Ну, это я на себе проверил, и многие из вас. Так, поэтому, значит, ждали чудо везде, исполнение заветных желаний. Но не так это работает. Не каждому эти заветные желания. Какие заветные желания? Вот я смотрю, значит, не издавайте книгу за свой счет, и тут красавица, это самое, покажу вам ее. Красавица держит книгу.
У меня, допустим, появилось желание, чтобы она стала моей там супругой. Не будем, знаете, хамить там и прочее. Моей супругой. А она вам скажет: герой, я не люблю тебя. Ты не подходишь мне там, грубо говоря, по разного рода параметрам и все. То есть желание тоже как-то соизмеряется. Ну ладно, узнать больше там. Дальше там мы съездили с ней на выступление Тони Робинса в Лондон. Это великий коуч личностного роста. И мне кажется, после этого она решила создать марафон желаний, рассказывает брат Елены Блиновской. Ага. Ну, видите, тут, как бы сказать, подчеркивается, что это вот это Тони Робинс и так далее. Ну, Тони Робинс, вы знаете, не хочу, что говорит, вот, я просто с вами беседую, я не хочу говорить, что вот там я там великий или еще что-то такое. Ну, кое-какие у меня достижения есть, не без того и так далее. У каждого есть кое-какие-то достижения. Каждый что-то там достиг. Тем более я тут с вами работаю и так далее, показываю, допустим, те же проведения этих самых голоданий, когда люди просили, чтобы я, значит, провел их через тот или иной срок голода, выхода. Я это сделал. Знаете, то есть это великий коуч. Ой. Но люди так любят коуч или еще там какой-то личностный рост и так далее. Знаете, я хочу так сказать, личностный рост, ну, конечно, он разный, опять-таки, как в спорте. Вот спорт мне помог вот это все, как бы сказать, разобрать по ранжирам. И есть куча людей занимается, и у них свой личностный рост спортивных достижений. Один остановился на третьем взрослом разряде, другой – первый, третий – мастера сделал. А четвертый вот где-то между мастером спорта и мастером спорта международного класса застрял. Еще выполнил норму международника. А вот так, чтобы чемпионами стали, знаете, мира, рекорды устанавливали, там, олимпийских. Это вообще-то единица. Это вообще-то личностный рост. Вот это вот, как бы сказать, личностный рост. И личностный рост каждый человек понимает по-своему. Я уже, знаете, как начал, так сказать, вот, понимать. Это то, что ты можешь, там, допустим, управлять погодой. Насколько вы планку личностного роста будете поднимать. Для одного это просто здоровье, для другого это там заработать деньги, для третьего там еще что-то. Вот личностный рост это разное. А вот это вот, значит, то есть меня в основном, не буду говорить, это Тони Робинсон, я его не знаю, там в Лондоне и так далее. Меня в основном интересует, насколько я могу что-то сделать. И даже в данном случае, вот я раньше эту тонну не поднимал, я стал поднимать эту тонну, отрывать. А дальше? Ну, это так. В 2020 году Forbes оценил выручку Блиновской 330 миллионов рублей, а прибыл в 200 миллионов. В 2021 году блогер шумно отметила свой день рождения, бюджет которого составил 120 миллионов рублей. И вот тут-то, знаете, вот тут и начинаются проблемы. Ну, в 2020 году. То есть на этих вебинарах, на этих и так далее, людей, которые хотят быть счастливыми, и значит, за счастье платят money. Ну ладно, прибыл 200 миллионов, Forbes уже как-то, знаете, отследила. Меня вы, допустим, не найдете, как и себя, ни в одном там этом Forbes, Morse. И далее, вот это вот, знаете, как бы сказать, начало-конца. Шумно отметила свой день рождения, бюджет которого составил более 120 миллионов рублей. То есть человек начинает терять берега. А это очень опасно. Очень опасно. То есть человек должен все-таки осознавать, кто, что, свои возможности и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. И вот это шумный день своего рождения на, так сказать,
аккумулировать тех людей, которые хотели осуществить все это желание, и, значит, заплатили бабосики-то за это, не получил, я так понимаю, искомого, а вот получил. А это уже, знаете, вот эта показня вызывает негатива. И вот тут я слушаю вот это вот, читаю и так далее. Знаете, жизнь — это такая штука. Мы с вами взаимодействуем с вот этим вот всем этим пространством. Пространство — это не просто это тут какой-то вакуум, воздух, там планеты и так далее. Это все, все определенное рода сознаний. И если мы с этими сознаниями как-то, знаете, там им покажем, вот, да вы-то, что-то, то-то, то-то, они это так просто не оставят, что и наблюдается в данный момент. Не оставят, не надо вот так вот, вот этим делом заниматься. Знаете, я какой коуч, муч. Я бы всех этих коучей там поучил, знаешь, по коучу. Ну, не хочу сказать, что... Опять-таки, вот знаете, что я там. Но вы все-таки знаете себе цену и знаете рамки, за которые нельзя выходить. Вот это вот основное. Знать себе цену, расширять свои возможности, но при этом не выходить за рамки. За рамки, выйдя за которые, вы не сможете подтвердить свой статус. Статус, грубо говоря, вот я там чемпион. Хорошо, чемпион, сейчас будет бой. А его проиграли. А вот в этих вот рамках вы знаете, что вы победите и так далее. Вот такие-то дела, так интересный разговор. Поэтому вот это нельзя делать. Так. Кроме того, Елена Блиновская приняла участие в создании фильма «Марафон желаний», премьера которого состояла в феврале, надо будет посмотреть этот фильм, 22 года. В сентябре того же года на канале ТВ3 вышло шоу «Дом исполнения желаний», ведущей которого стала сама инфо-цыганка. Так, ну это, знаете, вот эти вот все еще... Кстати, я на ТВ3 работал, и они так пробовали... Что это, пойдет программа, не пойдет. Вроде бы все слаживалось. Но там есть, будем говорить, всегда так называемое начальство, которое в конце концов решает, нет. И возможно даже на хорошей программе поставить крест и взять какую-то ерунду. Я со своей стороны, ну, как бы невольно идет сравнение, вот, сделал целую серию за свой счет, вот, как у нее там, появились денежки, у меня в свое время тоже это не были. Были, да сплыли. Вот, я сделал целебную кулинарию. И я сейчас, знаете, посмотрю, что это такое. Марафон желаний создания. Что ж там такое? Так, дом исполнения желаний, это сама, значит, это. И далее у нас что там читаем? Сколько стоили марафоны Елены Блиновской? Доходы Елены стремительно росли, как и количество подписчиков в ее блоге. 5,3 миллиона в апреле 2023 года. Хороший показатель, хороший так. Поклонники не жалели денег ради своего счастливого будущего. И вот смотрите, я вот как-то работаю, ну, в смысле, вот этот блог веду, это работа, да, с вами и так далее. Вот смотри, все-таки счастье ценится больше, нежели здоровье. Если есть здоровье, грубо говоря, можно прожить без какого-то особого счастья, я так думаю. А вот если нету здоровья, то тут не до счастья. Счастье — это иметь здоровье. Для человека, который кажется. Ну ладно, давайте дальше. У Блиновской были в работе несколько проектов. Марафон желаний, стоимость участия 4500 рублей. Ух ты, тут VIP 200 тысяч рублей на первой ступени, на второй 300. Стань и получишь, стоимость участия 6 тысяч рублей. Финансовый марафон, стоимость участия 5 тысяч рублей. Финансовый марафон. Предназначение, стоимость участия 7 тысяч,
стоимость участия. То есть тут вообще, если эти марафоны делать, сидеть перед этим, конечно, ну это я тоже тут сижу, за кукиш с маком, да? Вот. Но, кое-что измеряется деньгами, а кое-что измеряется, если это вы что-то действительно делаете полезное, нужное, важное, измеряется совершенно иной валютой. Совершенно иной валютой, в которую конвертируется, она конвертируется в здоровую, полноценную, полную радости жизнь. Это вам. Предназначение, стоимость участия 7000 рублей. Предназначение. Предназначение. Вот вы знаете, для того, чтобы выбрать свое предназначение, вы должны проявить смелость, пойти наперекор друзьям, семье, обществу. Тогда что-то у вас получится. И неизвестно потом, вот вы когда начнете это все делать, как отнесется к этому друзья. Например, говорили, после такого я занимался тяжелой атлетикой, значит, говорили мои друзья, он тронулся, Генка тронулся. Семья, жена, между нами. Значит, родители, мои родители ее не в восторге были, когда я там начал практиковать ульнотерапию, голодание, там, другую еду и все там такое. А он какой-то странный. А не заболел ли он это самое? Предназначение. Вот вы ищете предназначение. Вот так-то. И никто тут особо не принял и не хотят принимать до сих пор. То, что, будем говорить, даже не открыла, она лежит перед глазами у них, как оздоравливать человека. Не, мы свои, мы сами с усами, пошел он там куда подальше со своими этими гравитационными, изодинамическими гимнастиками, которые восстановили все суставы, подняли энергию. Не нужна она нам, мы будем. И они будут. Так что предназначение, это не просто так предназначение. Вы должны к нему стремиться. И на пути стремления сколько человек вас поймет и поддержит. Далее. Про отношение стоимость участия 10 тысяч рублей. Знаете, вот в данный момент у меня, как бы сказать, правильно, чтобы сказать, знаете, без всяких там обид и так далее. Про отношения. У меня в основном отношения, будем говорить, вот с окружающим пространством, его силами. И я пытался и пытаюсь подтянуть вот окружающих меня людей, чтобы они как-то к этому. Но им это, как говорится, до лампочки. У них свои, у каждого интересы. Их не волнует ни здоровье особо собственное, ни раскрытие своего потенциала, ничего не волнует. Поэтому я, знаете, вот смотрю на окружающих, ну, нормально с ними общаюсь, но не более того. И если даже кто-то отпадет или еще по какой-то причине, мне это абсолютно не задевает. Вот эти отношения и стоимость участия 10 тысяч рублей. Вот отношения. Построить отношения с любым человеком я построю и строил. Но потом пойму, а надо ли это, тянуть этого человека, еще что-то делать. Нет. И далее, задержание Елены Блиновской и уголовное дело. Но 27 апреля 2013 года, это как раз вот, буквально таки вчера, стало известно, что дела блогера не так хороши, как кажутся. Вот оно счастье, знаете, я в свое время работал на 8 канале, и у них там при этом канале, восьмерке, была целая школа, я так понимаю, этих самых вот этих, ясновидящих, яснослышащих, вот это предсказывающие, это лечащих по экрану и так далее. Там. Ну и, естественно, за всем этим стояли определенные люди. И вроде же они такие, думаю, должны все предвидеть. И они ничего не предвидели, как грянул гром, и их всех вот так, как, все это начальство, знаете, которое тоже
ежедневно деньги мешками там возили, всю это вот так вот поломало, и они там разбежались и пересажались. Было такое, было такое. Никто не предупредил, никто. И вот эти вот люди, которые, значит, что-то говорят, что мы что-то представляем, что-то мы знаем, что там это, а на самом деле они ничего не знают. Ну да, вот так вот вышло, знаете, зацепить и так далее. Это тоже надо зацепить. Мы не будем это так сбрасывать со счетов. Но это ж надо еще как-то удержать, еще как-то. И вообще-то, знаете, вот хорошие, как бы сказать, состояния такие вот, они делаются на благих делах, не на каких-то там деньгах, знаете, вот таких вот это самое, подмоченных и так далее, какими-то делами, репутациями, так далее. Не так это все делается. И вот так не так хороши, как кажется. Так, Следственный комитет сообщил о задержании Елены Блиновской, сотрудники ФСБ остановили ее в Смоленской области. Основательница марафона желаний пыталась сбежать из России на люксовом автомобиле. Ну вот в 2011 году то же самое, знаете, у меня на глазах это все развернулось. Я приходил к человеку. Вот если это вы и вот смотрите на меня, вот он сидит, достает вот такая вот пачка 5000-ных, вот такая вот там, у меня там. За ним витрина с дорогими этими самыми орденами, знаете, там орден, допустим, Суворова, там еще какие-то там, ну, которые там были. И все это такое, естественно, машина там, та-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 та. И все это так, знаете, вот, фу, и этот карточный домик на люксовом автомобиле. Блиновскую доставили в отдел для дачи показаний. В ее доме проходят обыски. Возбуждено уголовное дело по статье уклонения оплаты налогов, особенно в крупном размере, максимальный срок до 3 лет колонии. И отмывание денег в особенно крупном размере до 7. По данным следствия, Блиновская оказывала информационные услуги посредством сети интернет, используя схему дробления бизнеса. Для меня это не ясно, что это такое дробление бизнеса. Я уже перестал быть бизнесменом. Там. Занизила полученные доходы и не уплатила за периоды с 19 по 21 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Объяснили задержание Елены Блиновой в Следственном комитете. Таким образом, реальные доходы Блиновой за 3 года могут несколько раз превышать сумму неуплаченных налогов. Так, это что? Вот они, а это вот их остановили, да? Номера стоят. Та-ра-та-та-та-та-та-та, та-ра-ра-та-ра-та-та. Видео задержания и следственные действия по уголовному делу королевы инфобизнеса. За неуплату 1 миллиарда налогов Елену Блиновскую ждет суд и камера с бомжами. А специалист по тюремному праву заявил, что Елена Блиновская может избежать тюремного срока за неуплату 1 миллиарда налогов. Подробно как-то. И вот, как говорится, был бы был бы чем бы, ни при чем бы. Ну, знаете... Вот если у человека, к примеру, имеется 1 миллиард, ну, пускай наших там рублей, 1 миллиард этих рубликов имеется, да, и он осуществил практически все свои желания, это дорогой автомобиль, там, дом, то-то-то-то-то-то, все там накупил там, видеокамер, там, эти часов Apple, ну всякой, как мой сын говорит, шняги и так далее. Ну все, некуда больше, знаете. И вот, грубо говоря, и знаешь, вот этот миллиард есть, и его тебе вот так вот хватит. И вот второй миллиард, он, ну, не сделает тебя еще как-то счастливее, нежели ты есть на самом деле, вот. Если так по деньгам брать. Ну не сделай, он уже все закрыл. Лишь бы брать. Но существует такое понятие, как спокойствие. Если у тебя есть 1 миллиард,
Да, за спокойствие готов отдать еще столько же, чтобы ты жил и никто тебя не трогал. Вот тут должен работать разум. И опять-таки, знаете, вот я живу дома, вот я родился недалеко отсюда, так по прямой, грубо говоря, может быть, полкилометра, где-то так, вот по прямой, если, в том роддоме. Сейчас он не это. И жил в доме, который вообще находится метров 200 этого роддома. И вот сейчас здесь живу. И благоустроил вот это вот все, знаете. Жена моя, конечно, занимается там этим. Я ей говорю, ну, не коси ты травы, пусть она растет. Нет, надо то косить, все косить и так далее. И тому подобное. Пусть растет все природно. Ну, так, примерно. То есть, вот здесь, я здесь родился. Здесь, знаете, надо почувствовать, что здесь мне хорошо. Ну, создайте условия, если в соседи, отгородитесь там или еще как-то, или еще как-то. Нет, надо за эту границу, надо за этот кордон. И как правило, далее, вот мне уже около 70 лет, далее. Вот если я, грубо говоря, там получаю, там, ну пускай там 10 тысяч, ну даже, грубо говоря, не я там, ну, к примеру, человек, грубо говоря, получает определенную сумму. Да, там 10 тысяч, там 20 тысяч, там 50 тысяч, да это особо и не видно. И не видно тут все, знаете, море, так сказать. А тут волна, вот такой всплеск. Кто-то получает очень много. Ага, кто-то получает очень много. Сразу же возникает вопрос, а как он это делает? А могу ли я так сделать, как они? Могу ли я это так сделать? То есть сразу же куча людишек начинает обращать на вас внимание. Вплоть до того, что если они не могут это сделать, а как это можно отнять? Либо как на том, что вы там нажились, как это можно, грубо говоря, скоропчить? Об этом тоже, знаете, вот по-настоящему умный человек, он задумывается. И знаете, более того, я встречал в своей жизни разных людей, в том числе бизнесменов. И вот как раз один говорил, что ему в свое время старый еврей говорил, слушай, вот говорит, больше 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц не делай, не имей. Как только будешь делать больше 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц, тобой заинтересуется соответствующий орган. Ну, как и здесь. То есть все информационное поле просматривается. Что, что и как, откуда идет. И начинают, соответственно, следить. Уплатили, не уплатили. Могут сделать так, чтобы все что угодно, грубо говоря. Сделать для того, чтобы отобрать бизнес. Знаете, я смотрел видосик с основателем Магнита, мужчиной. Основателем Магнита, то есть он, да, это. И потихонечку его, так сказать, раз, и отжали. Вот как он там сказал. Вот человек развернулся, талантливый, то есть все мог сделать. Однако же, знаете, вот, а зачем быть талантливым вообще-то? Вот зачем быть талантливым, когда уже все придумано? Твоя задача. На все мы там придуман, и это все просто-напросто отжать, отыметь. Вот и все. И знаете, вообще-то начинаю радоваться тому, что в свое время не приобрел слишком много всего, на что, будем говорить, могли положить глаз и отчекрыжить тем или иным способом и так далее. А так вот действительно я тут веду канал, там 37 тысяч подписчиков, это там не 5 с лишним миллионов желающих счастья. И нормально общаюсь с вами всеми, говорю. Ну вот такое вот, будем говорить, письмо мне пришло, я его
решил разобрать и, так сказать, вот вам сделать. И в заключение, вот эти вот эти марафоны, ну я еще посмотрю, там что такое марафон и так далее, там это самое желание. Все, что касается здоровья человека, работа с сознанием, прочее, я вам рассказал бесплатно. И рассказал такие вещи, которые там вот эти коучи и не знают, и не скажут. Цените то, что вам досталось вот таким вот образом. Ну, на этом, я думаю, закончим.